Ребята, привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы в городе Сиануквиль. Последние пару дней мы отдыхали на пляже Отрес. А сегодня мы отправлялись на прогулку в национальный парк Риам. Погнали! Арендовали очередной байк, и прямо сейчас мы отправляемся в путь. Мы находимся на территории национального парка Риам, и первая наша остановка – это пагода Самати. Храм украшает уже знакомые нам скульптуры, змееподобные наги, богини земли, и на заднем фоне мы видим большого Будду. Также на территории пагоды расположен вот такой вот большой-большой лежащий Будда. Храм находится на возвышенности, поэтому приходится подниматься по лестнице. Кстати, вход бесплатный, а еще вы будете здесь совершенно одни. А сейчас мы поднимаемся уже ко второй пагоде, которая носит такое же название, как и сам парк. Вот Риам. Со всех сторон этот храм раскрашен такой золотой краской. Прям светится, сияет. Но видно, что сооружение новое. Здесь на территории также ведутся какие-то строительные работы. Время платить дань. В общем, проезд на территории нам стоил недорого. Всего лишь 1000 местных лир. Поэтому едем дальше, наслаждаемся природой. Надеемся, что скоро будут красивые виды. Находимся, как в русской сказке,
на перепутье трех дорог. Но мы поедем прямо. Приехали на пляж Silver Beach. Сейчас пройдем, посмотрим на его красоты. Так вот притягиваю буквально к себе Тамару. Пляж здесь отличный. Вообще нет народа. Море чистейшее. Песочек тоже беленький, такой мелкий, приятный. Под ногами хрустит. В общем, здесь здорово. Если хотите уединенного места, если хотите побыть на пляже вдвоем, то это хорошее решение. Приезжайте сюда. Здесь красиво. А мы едем дальше. Вы с нами? Доехали до реки, которая находится в национальном парке. Сейчас пройдем по мостику, посмотрим. Вот так живут и трудятся местные жители. Собаки соседствуют с курами, и дети соседствуют с утками. Мы приехали сюда своим ходом, а если бы мы взяли экскурсию, то нас бы прокатили на лодке по мангровым лесам. Но, к сожалению, мы никого не нашли. Пока наш коптер летает, появились зрители. Смотрите, какой чудесный мальчик или девочка. Привет! Ой, ты, наверное, все-таки девочка, потому что у тебя розовая ниточка, да, как у меня. Какая тебе розовая? После парка вернулись в город и сразу же пошли в кафе Great Friends. Заказали курицу в соусе карри, ее подают с рисом, и заказали порцию ребрышек. Да-да, ребят, это большая порция ребрышек. Ну а если вам понравилось наше видео, не забывайте ставить лайк. Подписывайся на наш канал и участвуй в конкурсе репостов в нашей группе ВКонтакте. Всем пока! Пока-пока!